Глубокоуважаемые ветераны, дорогие сотрудники ВНИЕФ, саровчане, сердечно поздравляю вас с 75-летием Победы. Это слово «Победы» 75 лет назад со вздохом, с радостью, с горечью, со слезами произнесла вся наша многонациональная страна. Именно 45-й год, именно Победа дали основу для русского духа, для русской стойкости, для русской славы, славы тружеников тыла, славы бойцов, славы сотрудников всех органов власти Советского Союза. Сегодня мы поздравляем каждого россиянина с этим праздником, потому что этот праздник всего нашего народа. Конечно, он прежде всего праздник тех людей, которые принесли нам эту победу, но это и праздник всех россиян. Сегодня с глубоким уважением мы относимся к нашим ветеранам. Мы их поздравляем, желаем им здоровья, желаем им радости в этой жизни и сделаем все, чтобы они в этот день и в последующие годы своей жизни были счастливы. Сегодня Саров и вся страна находится в особых условиях. Мы этот праздник будем праздновать дома. Мы этот праздник будем праздновать в кругу семьи, вспоминая наших родных и близких, вспоминая наших товарищей и друзей, вспоминая родственников, всех тех, кто привел эту победу к счастью и дал нам счастье. В этот день особая миссия Российского федерального ядерного центра. Потому что, говоря о победе, мы все время должны думать о мире. А этот мир может существовать только тогда, когда наша страна будет сильной в боеспособном плане и в экономике. С праздником вас, дорогие друзья! Счастья, здоровья вам и вашим близким! С Днем Победы!